Вопрос о качестве саженцев – один из самых актуальных для садоводов и огородников. Недобровольные продавцы часто пользуются неосведомленностью большинства покупателей. Поэтому специалисты Россельхознадзора Республики периодически проводят рейды. Так, на махачкалинском рынке номер 2 накануне инспекторы проверили качество посадочного материала плодово-ягодных культур и декоративных растений. Было выявлено множество нарушений. Предприниматели реализовывали товар без документов, удостоверяющих качество и безопасность саженцев. Кроме того, зафиксированы факты нарушения условий хранения посадочного материала. На недобросовестных реализаторов составлены административные протоколы.